я ехал со стороны, не знаю, политека, с левым поворотом, соответственно. Какой свет у вас горел? Зеленый. Вы поворачивали, да? Да. Встречную машину вы видели? В поле зрения ее не было. Когда выехал на дорогу, я увидел, что девушка быстро довольно-таки едет. Я попытался уйти от столкновения, ускорился, но мне не вышло. Потому что очень большая скорость была. Потом вас выкинул на тротуар, да? А меня выкинуло от удара на тротуар. Вы, получается, вы задели мальчика непосредственно с вашей машиной? Да, моя машина задела мальчика. У мальчика серьезные травмы? Он стоял, как я уже слышал, у него черепно-мозговая травма, по-моему. То есть его буквально откинуло от машины? Я не видел, как было дело. Ехали быстро? Нет. У вас горел зеленый тоже сигнал светофора, да? У меня горел зеленый светофор. Машину поворачивающую видели? Да. А какие меры принимали, чтобы избежать ДТП? Да, торможение. Тормозили, да? Тормозить я уже не сумела. Я пыталась уйти, но были встречные направления еще. Я хотела, минимизировать ущерб, и получилось, что уже ударило не посередине ему машина, а вот так. Я сразу остановилась. Посмотрела, повернулась вправо, направо, увидела, что тут много народу, что поднимают мальчика. Выскочила из машины, побежала тоже сюда, в толпу к мальчику. Мальчика подняли. Получше? У него, грязный как бы. Видимо, таких повреждений каких-то не было, лицо маленько испачкано было. И все, водитель Шкода оставался в машине, так продолжал сидеть. Вызвали скорую, я позвонила 112, вызвала скорую, ГАИ.